Люди карате, повний контакт, але без травм обличчя завдяки захисним маскам. Відкритий кубок Чорного моря «Скудо» відбувся у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів у віці від 5 до 17 років. Представлені 8 регіонів України та Молдова. У «Скудо» дозволені майже усі прийоми – удари руками, ногами і елементи боротьби. У нас запрещено только то, что ведет к серьезным травмам. Удары в затылок, удары в темечко, удары в позвоночный стоп и на излом сустава. Все остальное у нас разрешено, но кроме всего прочего нас еще называют как бы единоборство с чистым лицом, потому что несмотря на то, что у нас в полный контакт разрешены удары руками, ногами, локтями, коленями, головой в голову разрешено, все броски и борьба на земле вместе с ударной техникой мы используем для защиты, боксеры используют для защиты и кикбоксеры. Защитные снаряжения, перчатки на руки, а мы защитный шлем. Соответственно, у нас, несмотря на то, что все очень серьезно, применяется полный контакт, люди, когда снимают маску, нет поломанных челюстей, разбитых носов и губ. За результатами змагань буде сформовано збірну області, яка візьме участь у розіграші Кубка України. У грудні також в Одесі. Чемпіонат України відбудеться навесні, а чемпіонат світу – за рік у країні-засновниці кудо – Японії.